Так, короче, кстати, хочу сказать, что сори за то качество предыдущих где-то влогов, короче, не знаю, сколько их было, в том качестве, когда какие-то цвета были непонятные, и из-за этого качества хуже, и в принципе, ничего непонятно, или какие-то блики и затемнения. Я просто стиканул, что у меня почему-то изменились какие-то параметры на камере, и стояли какие-то эффекты. Дальше такого не будет, будет хорошее качество, так и вот, нормально. А! Чуть не убился. И в общем, я только сейчас понял, ну я когда проявлялся, я понимал, что что-то не так, но не понимал, в чем конкретно херня. Я догадывался, но я потом хер забывал, такие типа, потом, и в итоге снимался вот этой херней какой-то цветной. Но сейчас буду уже нормально снимать. Всем добрый день. Я думаю, все могли заметить новый вид. Новый ноут, новый вик. Вот. Почему? Потому что мы переехали в новый номер с офигенным видом, я вам, может быть, потом когда-то его покажу. Привет! Да. Вот, бабушка зашла в гости, но уже ушла. Вот, наушнички, какие я тоже никому не показывал, я их купил еще до ноутбука за дофига месяцев, потому что думал привезти их. Меня не чудно из-за них, наверное. Потому что я хотел их привезти в Бучу для старого ноута, но получилось так, что я тут купил себе новый. И с чем уже привезти, я могу ему тут пользоваться. Помните, я вам рассказывал при... Да что сегодня за день? Второй раз уже во влоге, такая хуйня. Помните, я вам рассказывал про улицу, я чем-то напоминаю Венецию. Вот, смотрите, какая же тоненькая маленькая улица. Вот, вот, я не знаю, что тут вообще может ездить. Тут типа тротуар, а тут личка, как еще. Есть такие переходы и балкончики. Блин, красивая задумка. Вот, я вот мы сюда зашли, и я вспомнил, что я вам хотел показать, чтобы вы понимали. Тут барчики всякие есть, где можно отвисеть, зависеть и погулять нормально. Вот. Чтобы вы понимали, ну сзади видно, вот, насколько она тоненькая. Но тут так красиво, хоть она и не велика. Можно было по ней предупреждать. Ну, в общем, не важно. Короче, идем мы, значит, гуляем. Песику, привет. И дождик начинает капать, это видел, он капает уже. Но тут деревья хотя бы защищают, как не так сильно, да и все, в принципе, не сильно капает. Но факт в том, что уже капает. Сколько? 31 тысяча шагов. Вот. Поэтому мы уже возвращаемся, в принципе. Как бы, прогулка и продолжается, но и мы идем уже в сторону дома. Вовремя начинаю капать. Мы хотя бы не так далеко. Вот, так что дивиться влог дальше, дальше будет интересно, я думаю. По крайней мере, я надеюсь. Добрый ранок. Нормальный спортсмен. Я считаю, блин, короче, удивлюсь, видосики, покушали, номер, мне кайф. Ой, сори, опять звук не убрал на наушниках. Короче, кайфую. Я особо не могу, потому что телефон не зарядится. Ой. Новый день, сегодня нам тоже что-то поснимаем. Не знаю, конечно, конкретно что и получится ли. Но я думаю, что если с ним постараться, что тогда получится. Вот. Ладно, я пошел дальше делать видосики, а вы там, короче, следите. Шерстяный. Где не? Ладно, день. А, кульки, подожди. Ну, так вообще соседями.
сильно, ну хочется люди не свидетеля, кусь этажерочку, кусь полочку, и ты будешь закрытый. Та... Але за лазочки через ноги придется. Не знаю. Хочется, я так понимаю, як цього хочеться. Я говорю, дому, кажу, додому. Іди шукай собі комнату, і все, кому хочеться, то мене виганяє. Ну, додому приїду, буде комната. Ну, вже додому, що це півгода, ще не на скільки. Буду зараз обідати з таким от відом. Я коли кушаю, у мене тут столик, і от такий от від. Країн. По-моєму, прекрасно. Осталось знайти. Що кушать мені приносили. О, салат знайшов. Уже гості. Продовжуємо поїздки далі. А далі... А далі не можу почому-то відкрити сюди. Влог о том, як відкрити сюди. Давайте поможемо Андрею відкрити сюди. Він, походу, неправильно закритий. О-о-о, просмотр ютубчика продолжается. Теперь можу вам показывать, что я дивлюсь, и показывается на большом экране, а не на телефоне. Это намного удобней. Ну а Гай вообще все по кайфу. Лежишь, отдыхаешь, дивишься, ютубчик. У тебя прекрасный вид с окна. Там сейчас отсюда не выйдет. Короче, все могли понять, я максимально счастлив в покупке, я максимально счастлив в приезде. Все получилось практически в один момент. Фух, а еще я так нажрался, что дышать тяжело. Зачем столько есть? Вот, кстати, люблю сделать интересный проект. Кому интересно, можете тоже появиться, пока что два выпуска вышло. Продолжаем. Я уже дивлюсь, сколько я решил подивиться, потому что все видосы, типа, выходили на лее, я уже подивился. Вот, мы сегодня не пошли гулять, потому что Дима себя плохо чувствовал. Гай, походу, хорошо, что не пошли, потому что, насколько я чую по звуку, на улице идет дождь. Вот. А еще у меня уже в другой день почему-то не проходит оплата в голову. Мы другой день подряд пытаемся заказать Макдональдс себе покушать, и у нас ничего не получается. Я не знаю почему, я уже добавил все свои действующие карточки, какие только можно было просто. Но все отлично, все хорошо, когда оплата, вот нихера. Просто или ничего не происходит, или же отказ. С одной карты отказ, с двумя ничего не происходит, я не понимаю в чем. Короче, вот, я дальше продолжаю говориться. Уже другие сезон футбол, я тут включил, включил театр. Сейчас скачал WhatsApp. Чтобы снять, ой, не снять, а позвонить Момо, потому что эта херня начала распространяться спустя 5 лет опять. И показать Диме, что тут ничего страшного нема. Вот. И 5 лет назад я уже когда-то звонил, и мне никто не ответил по понятным причинам для нормальных, адекватных людей. И сейчас я уверен, что не ответит тоже никто. Если вообще получится куда-то дозвониться, найти еще какие-то номеры позвонить, поэтому я вам покажу. Короче, добрый ранок опять. Вспомнил, что мне надо сегодня постричь ногти, потому что они отросли, просто пиздец уже. Просто пиздец. Вот, а там стоят кроссовочки новые, в которые я буду перешнуровывать сейчас, пытаться. Шнурки новые заказали. Какие светятся. Сейчас потом дальше возможно. Короче. Сейчас включу видео. Я просто когда-то вообще в лет 13 постоянно шнурки перешнуровывал, потому что было модно ходить с разноцветными шнурками. А сейчас я уже забыл, как их правильно именно шнуровать. Как попало можно, но типа именно что правильно, я забыл. Поэтому включу видос на ютубе. Я сейчас по этому видосу буду сидеть и перешнуровывать.
Да, прикольно. Мы с Венькой сидели, сидели. Вот. Людей, правда, мало, но это самое. На рубине. На ресторане. Ага. Вот. Потихоньку вертаются люди. Ну, конечно, сколько уже можно сидеть. Тип при смерти ухотелось. Другани приехали тебе. Тут а рубрика «Человек» начинается. Я же вам его не показывал. Вот. В общем. Ничего такого. Разве что намного больше, комфортнее и удобнее. Вот. В общем-то, я собираемся сейчас идти гулять. Собираемся идти гулять. Я тут сижу, непонятно почему. Вот. Там настолько похолодало, если днем я выходил по адекватному в толстовке, то сейчас я буду на футболку уже одевать осеннюю курточку, потому что там реально холодно стало. По сравнению с тем, как было днем. Погода меняется и холодает просто в секунду. Вполне себе круто, адекватно осенняя ностальгическая погода. Привет, камеры ночного видения. Вот. Мне даже не нравится, ловлю опять вот эту ностальгию с осенью, движухой и первым курсом универа. Начало самое. Блин, вообще. Настолько погода сейчас похожа. Только я не в Украине, и движухи тут мои. Я, в принципе, уже с половиной движухи я не общаюсь. Некоторых уже и живых не знаю, но ладно, не будет. Суть в том, что я сейчас иду, вот сейчас выхожу из-за угла. Там, где нельзя, по идее, снимать, там дальше будут знаки. И дальше я не продолжу снимать, не, не потому что я боюсь, что нельзя снимать, потому что просто, ну, все снимать. В общем, мы уже пришли домой. Я уже делаю ютубчик, сейчас буду опять пробовать заказать Глова. Если не получится, то попробую заказать Bolt Food. И там уже будет просто интересно, у меня проблемы или у Глова, хотя доставщики Глова летают, поэтому что у меня с предложением, наверное. И там уже, короче, буду удивиться и пытаться что-то заказать. Я надеюсь, получится. Я наконец-то на третий день покушаю то, что хочу. Мы покушаем. Мы покушаем то, что хотим. Подсветка включилась. Вот. И у нас все получится. Выключилась подсветка. Це просто вона дивиться на то, сколько мне подсвечивают ноутбуки. Потом включается и выключается. В общем, почему-то в Bolt Food не было именно Макдональдса, но мы заказали гамбургер из другого заведения. О май! Эти же блекки! Блекки! Так, это мы любим ей маме, я свое взял. У нас есть еще Фанта. Сейчас будем проводить, как будет. Будем проводить телевизию. Ох, как запаковано, мечта для наркомана. Наркотики тут. Ох, я прям уже начинаю пахнуть. О, посмотрите на эту кобылу огромную просто. Все, жареное яйцо. Это мое последнее видео. Оно, конечно, снято так себе, видимо. И я после него останусь невидимым. Сам себе зрителем.